Здравствуйте, друзья! С вами Мото Виктора. Прикатили мне скутер. Порвался ремень. Заднюю часть открутили, а эту так и не смогли раскрутить. И хотели одеть ремень, и у них ничего не вышло. Ну, сейчас я его одену. Но прежде всего надо открутить вот эту гайку. Ну что, откручиваем. Так, нет. Вот и все. Гайка откручена. Заколхоженный, конечно, грязный весь. Так, шлицы нормальные. Сейчас все проверю. Так, резьба какая-то здесь вся покоцанная. Вот этот должен сниматься лепесток, а он мертво сидит, не снимается. Так туго сидит, что не могу его снять. Этот лепесток этот. Вообще очуметь, он должен легко вытаскиваться. Может, из-за этого и ремень у него разорвало. Скорее всего. Ну, хоть пошел, а то вообще не хотел идти никуда этот лепесток. О, все отлично. Ну, как-то так. Вставляем сюда ремень. И сюда. Они хозяин скутера. Хотел нахрапом, не снимая передние ролики, не вытаскивая, натянуть. Мучился, мучился, так у него ничего не получилось. И пришел ко мне, говорит, помоги, сделай. Так, дальше надеваем. Гайка, конечно, резьба подсорвано, и здесь подсорвано. Сейчас буду искать гайку. Все, переднюю закрутил тоже, поменял гайку, все закрутил. Ну что, собираем дальше крышку, воздухан. Смажем. Все сухое. Все везде сухое. Помажем. Все грязное, все сухое. Как-то так. Все закручено. Компрессия, конечно, слабая. Все грязное. Ну, сказали по минимуму, собрать и все. Больше никуда не лезть. Просто ремень поставить. Так я и сделал. Ну, давай, Саш, пробуй. А ну, чуть-чуть газку дай. Ага. Все нормально. Давай, выкатывай. Сейчас за ним придут. Дымит скутерок.
Потихоньку. Все, скутер проверен, все нормально работает. Друзья, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем удачи, здоровья, благополучия.